сейчас время арт на телеканале Витебск. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы рады представить вам наш новый проект под названием «Время арт» об удивительном мире искусства и культурных событиях нашего города. В Витебске постоянно что-то происходит, организуются фестивали, проходят театральные премьеры, открывается множество выставок. И абсолютно удивительная цифра, которая меня поразила. Вот недавно я узнала, что в год только в Витебске проходит около 200 выставок. И это не считая каких-то небольших камерных залов, залов художественных школ. Удивительный факт, на мой взгляд. Ну да. Последняя выставка, вот, которую ты посетила, что это была за выставка? Последняя выставка, ну вот буквально в октябре этого года в Витебском художественном музее открылась выставка витебского художника Леонида Медвецкого и художника из Минска Владимира Макаркова. По-моему, называется «Третье течение». «Третье течение», да. Они взяли термин в джазе. У них получилась такая совместная импровизация, как бы такая живописная, и на тему «Холодное лето» и «Зима». Выставка, на самом деле, на мой взгляд, очень добрая, очень искренняя. Ну, как сами художники. Как сами художники. А какие еще культурные события проходят в нашем городе, мы узнаем из нашей следующей рубрики. Сейчас время афиши. 2 ноября на сцене драмтеатра «Бездань». Спектакль поставлен к юбилею народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштеса. Постановка Павла Адамчикова «Место диалогов и монологов» занимает пластика. Выставка латвийского художника с грузинскими корнями Нукзара Паксадзе проходит в Витебском художественном музее. Друзья называют его человеком-праздником. Сам живописец уверен, что картина может изменить мир. Есть много чувства, да? Это чувство может заметить другой человек. Не знает откуда, но картина останавливает его, затягивает, задумывается, что этим художник хотел сказать, и художник ведет куда-то. Если в это время человеку какие-то мысли было, и картина останавливала, обязательно изменит его к лучшему. Только там должно быть заложена именно доброта и энергия. Вот, чтобы человеку нужна энергия. Арт-центр Марка Шагала презентует работы Олега Крошкина «Шершеля Фам». Две персональные выставки живописи Виктора Крука и Елены Поплыка представлены в выставочных залах Центра современного искусства. Витебский областной краеведческий музей представляет жизнь и творчество Ильи Репина. В экспозицию вошли 289 почтовых открыток из частной коллекции краеведа и журналиста Аркадия Подлипского. Первая открытка Репина была издана в 1827 году. И вот по наши дни издано примерно около 1000 открыток Репина. А здесь, вы видите, всего чуть меньше 300. Так что, ну, коллекция гораздо больше, конечно. Действительно, в нашем городе проходит множество мероприятий, и зачастую, наверное, выбор останавливается на каких-то именитых мастерах, а начинающие художники остаются, может быть, без какого-то незамеченными. Просто заслуженного внимания. Это да. Действительно, а для начинающих художников это, ну, всегда очень важен старт, чтобы их покритиковали, похвалили. Помню, как ты вернулась с выставки молодых художников, Ольга Шиманко. Оля Шиманко и Юрий Ледян. Сколько было разговоров, сколько было впечатлений? Я настолько вдохновилась этой выставкой, ты помнишь, что захотела сама создать какую-то такую отдельную рубрику или что-то, чтобы говорить тоже о литературе, о любимых книгах, да, и мы придумали рубрику «Форзац». Позаимствовали ребят название, они любезно согласились. И, кстати, картины, которые у нас оформлена студия, это Ольги Шиманко. Для меня это вообще готовые бигборды, вот только выставляй в городе, и каждый будет обращать внимание, тем более это ненавязчивая такая пропаганда чтения, которой, ну, как и ты, мама, и я, мама, всегда думали, как заставить своих детей читать. И героиней первой нашей рубрики «Форзац» стала наша коллега, журналистка, наша подруга Анастасия Шаблева. Человек, который много читает, любит читать. Да, сколько мы помним Настю, она все время с книгами была. Сейчас она живет во Франции, но не перестает читать, уже более подробно изучает французскую литературу. И рассказывает об этом так, что, наверное, невозможно после ее вдохновенного рассказа взять в руки книгу и не прочитать. Ну, по крайней мере, я сделала именно так. Встреча с книгами – это как встреча с людьми, она никогда не бывает случайной. То есть
Нам книги попадаются в нужный, необходимый момент и потом становятся лучшими книгами, самыми любимыми. У меня это было и до сих пор остается книга Германа Гесса «Нарцисс и Гольдман». О чем книга? Книга о дружбе Нарцисса и Гольдмунда. О том, как они встретились, как они дружили, но это мелочи, это не суть. Наверное, важно то, вот есть там такая фраза про то, как человек может стать твоей родиной. Что можно иметь все, можно иметь и брата, и сестру, можно иметь подушку и дом, но когда человек уходит, родина уже не остается, любимый человек, когда уходит. Как-то Лидия сказала: «Ты так красив и выглядишь таким радостным, но в глубине твоих глаз нет радости, там только печаль, как будто твои глаза знают, что счастья нет, и все прекрасное и любимое ненадолго будет с нами». У тебя самые красивые глаза, какие могут быть, и самые печальные. Мне кажется, это из-за того, что ты бездомный. Ты пришел ко мне из леса, и когда-нибудь опять уйдешь странствовать. А где же моя родина? Когда ты уйдешь, у меня, правда, останутся отец и сестра. Будет комната и окно, у которого я буду сидеть и думать о тебе. Но родины больше не будет. И потом мой очень хороший друг, он мне сказал, что а на немецком эта книга в оригинале, она же еще лучше. Вот, и тогда появилась идея поехать в Германию и учить немецкий язык. Вот, но на самом деле это все были глупости, потому что ну, на каком бы языке ты ни прочитал книгу, суть-то остается одной. Это у Гесса тоже есть такое стихотворение. Я искала его на русском языке, никогда не нашла. «Ступеньки» называется. Там ну, практически ну, та же философия Гесса, как и в «Нарциссе и Гольдмунде», когда надо идти вперед и ни о чем не жалеть в жизни. Как по ступенькам подниматься постепенно вверх и оставлять все позади и совершенствоваться. Все круче поднимаются ступени, ни на одной нам не найти покоя. Мы вылеплены Божьей рукою для долгих странствий, не для костной лени. Опасно через меру пристраститься к давно налаженному обиходу. Лишь тот, кто вечно в путь готов пуститься, выигрывает бодрость и свободу. В любом случае можно для каждого человека найти какое-то его произведение, которое будет близко. Но я не знаю, актуален ли он для каждого человека теперь Гесса, нет? Потому что все-таки он был мечтателем, нематериалистом. Но это все-таки для тех людей, которые действительно думают больше о Вселенной, я не знаю. О вечности, да? Да? Наша задача состоит не в том, чтобы сближаться друг с другом, как нельзя сближать солнце и луну, море и сушу. Наша цель состоит не в том, чтобы переходить друг в друга, но узнать друг друга и видеть, уважать другом то, что он есть. Противоположность другого и дополнение. Пораженный Гольдмунд опустил голову. Лицо его стало печальным. Для меня Гесса – это настоящий литературный язык. И поэтому даже если мы не ищем никаких ответов на вопросы, которых в произведении Гесса очень много, то просто, чтобы получить удовольствие от чтения, нужно читать Германа Гесса. Нужно читать любые книги, начинать, ну да, с «Нарцисса» Гольдмунда, начать знакомство с творчеством этого писателя. И у нас в гостях автор названия нашей рубрики «Форзац», молодой художник, очень талантливый дизайнер Оля Шаманко. Здравствуйте. Оля, ничего, что мы позаимствовали у тебя название для рубрики своей? Ну, конечно же, я только рада. То есть каждый дизайнер в любом случае, когда он создает какой-то проект, он надеется на то, что ну, это по
получится какое-то продолжение в дальнейшем. То есть в данном случае я считаю, что проект удался, раз он получил такое вот продолжение в рамках вашей передачи. И вот немножко скажи об этом проекте «Форзац», который вы с Юрой делали вместе, чтобы было понятно тем зрителям, которые не смогли посетить вашу выставку, но это было действительно стоило того. Началось это с нашего сотрудничества с Юрой. То есть мы были коллегами в рекламном агентстве «Эдхаус». Вот так и познакомились. Он делал дипломный свой проект, социальный проект на тему чтения. Почему он его делал? Его очень волнует эта проблема. Он сам любит читать. И дизайнеры очень часто черпают вдохновение свое в каких-то книгах, в историях. Вот. И поэтому мы объединились. То есть мне было настолько интересно следить за ходом его дипломного проекта, что я ему предложила, что давай мы с тобой сделаем такой проект, как-то выведем его массово, пусть заставим, может быть, немножко людей задуматься об этом. И сделаем выставку. Вот, допустим, «Букхантер». Вот ты же как бы совместила, да? «Букхантер» и «Хантер», да, если «бук» это слово отрезать? Да, я совместила. То есть тут такой проект был, да. Тут игра слов и игра самих изображений. То есть что будет, если мы уберем приставку вот эту «бук» из слова «букхантер»? Получится «хантер». Также и в работах. То есть первый постер, он изображает руку, которая держит книгу, то есть это букхантер. Если мы книгу убираем из руки, у нас остается в той же позиции рука, и пальцы сложены именно таким образом, что создается вот это вот, как дети играют, пистолет, только без пистолета, то есть пальцами стреляют. Вот такая идея была. Оля, как-то вот в беседе с тобой ты признала, что поступая в институт, ты разрывалась между филологией и дизайном, да, то есть и всему причина была твое увлечение неймингом. Всему причиной было увлечение языками, в принципе, литературой, вот, но я реализовала себя, скажем так, в нейминге, немножко была возможность, я все-таки выбрала поступать на дизайн и уже работаю в том же самом рекламном агентстве, то есть, это задача рекламщика, нейминг, именно дать название каким-то проектам, продуктам, услугам. Тем более сделать так, чтобы этот продукт захотели купить, даже не видя, правильно? Вот. И суть нейминга в том, чтобы это было что-то краткое, хлесткое, чтобы это запоминалось, чтобы это цепляло человека. Вот. Поэтому это очень интересно, подобрать слово так, чтобы его смысл отражал суть проекта, чтобы оно было сразу ясным, запоминалось, и чтобы оно красиво звучало. Это имеет отношение тоже и к передачам, и к телевизионным проектам, и к логотипам, правильно? То есть это как бы все характеризует очень емко, лаконично и, хлестко, как ты правильно выразилась. И опять же, когда благодаря Оле у нас появилось название не только рубрики «Форзац», но и другой нашей рубрики, и рабочее название, которое изначально звучало как «Живописные истории», нам казалось это недостаточно современным, недостаточно интересным, хотелось что-то оригинальное. Оля пришла нам на помощь, она настолько четко, емко, конкретно охарактеризовала, аргументировала какие-то названия, которые она нам предложила. Нам оставалось только выбрать, почему именно «Флейс». Вот даже если произнести «Флейс», это звучит как звук хлыста в воздухе. То есть это слово имеет очень большую энергию. Вот. И флейс, в принципе, то есть если говорить о том, что это широкая кисть художественная, которая используется как в живописи, можно еще пользоваться ей в графике, можно как-то применить ее к каллиграфии. То есть широта вот этого термина, широта возможности использования флейса, это как аллегория широте вашей передачи. То есть вы же будете говорить не только о живописи, вы будете охватывать так же широко, как художник пишет флейсом. Какие-то именно темы искусства. Поэтому... как ты даже мне объясняла, что живописная история, будете говорить о наших художниках, живописная история, для Галины Васильевой не очень подойдет для ее произведения это название. А флейц, оно органично для художников любых направлений, правильно? Да, оно современно звучит. Что рисует нам флейц, мы узнаем прямо сейчас.
в нашей следующей рубрике. Одна из удивительных и странных скульптур в нашем городе – это образ музыкального клоуна. Скульптура эта бронзовая. Сколько она весит, я не знаю, но жители нашего города и гости уже облюбовали части этой скульптуры для того, чтобы потереть. Каждый трет то, чего ему не хватает. Тот, кому не хватает гармонии, трет гармошку. Тот, кому не хватает денег, трет кошелек. Чтобы было в его жизни больше дружбы, трет лапку странной собачки. Вроде внешне похожей на пуделя. Но самые продвинутые, самые внимательные, конечно же, заходят за клоуна, находят его задний карман и трут пачку иностранной валюты. Этот музыкальный клоун поистине народная скульптура. Кто-то на ее фоне фотографируется, кто-то назначает свидание. Но мало кто знает, что образ этот родился в мастерской витебского художника Александра Вышки. Эта работа появилась совершенно случайно. То есть она могла вообще не появиться. В один вечер ко мне пришел Николай Челноков, заслуженный артист России. В свое время он мне сделал такой барский подарок. Он подарил мне мою детскую мечту. В авторской программе группы «Несчастный случай», которая называлась «Циркус», я исполнил роль одного из клоунов и решил в ответ ему подарить его детскую мечту. Дело в том, что Николай мечтал быть художником. Все это время, пока мы находились, все трое суток, у нас играла только одна мелодия. Она настолько попала в настроение и стала фоном всего, что происходило в этой мастерской. В один из вечеров Коля пошел погулять по городу Витебску. Возле ратуши он встретил там молодых витебских художниц. Ну, он пригласил их в мастерскую. Он рассказывал про свое творчество. Для того, чтобы его не перебивать, я подошел к одной из барышень сзади, взял вот так ее за плечи и стал на ушко что-то говорить. Вот. В этот момент Коля слегка вознегодовал. Вот, мол, так, как это так? Я здесь говорю, тут всеобщее внимание, тут все такое, а я отвлекаю, не даю. Я говорю: Коля, подожди, здесь рождается работа, новая, совершенно гениальная. Ой, можно подумать, сказал Коля. Но дело в том, что когда я прикоснулся, взял девочку за плечи и стал говорить на ушко, и играла вот эта вот музыка аккордеон, мне вдруг представилось, что эта девушка и есть аккордеон. И я ей что-то говорю, и говорю в то прошлое, откуда, возможно, она пришла, она появилась. И вот эта музыка легла вот на это состояние, на это ощущение. Николай Иванович показал совершенно довольный ту работу, которую он сделал за это время. Ну, она тоже осталась немножко незаконченной. А ты вот тут только говоришь, только учишь, как. А что вот ты за это время сделал? Возьми вот, подойди и сделай что-нибудь. Ну, сказал, ладно. За 3 часа появилось то, что вы здесь сейчас видите. Он говорит: только ты эту работу не заканчивай. Вот я еще в следующий раз приеду, мы устроим такое же пиршество творческое, как у нас было. И я закончу свою работу, а ты закончишь свою работу. Вот здесь на переднем плане должен быть открытый чемодан, в котором благодарные зрители оставляют свое доброе восприятие той музыки в виде денежных знаков. И вот этот чемодан открыт, дунул весенний или осенний ветер,
и все деньги, которые там лежали, они поднимаются и улетают. А ему это абсолютно все равно, потому что он сейчас держит свою память, свое самое любимое в памяти, и находится там. И это для него, наверное, самое важное. Есть такая живописная история, которую ты бы, может, хотела рассказать? Ну, мне вспоминается сразу Александр Родченко. Я вообще, в принципе, люблю современное искусство. Почему? Потому что это всегда новшество. То есть современные вот художники, они новаторы. Тот же самый Малевич, которого вспоминают буквально в каждой беседе, а что он такого сделал со своим черным квадратом. Но прежде всего он стал так знаменит, потому что он сделал это первым. Также и с Родченко можно сказать то, что сейчас это уже классика. То есть сейчас его работы, может быть, никому не удивительны, но он первым показал свой взгляд на фотографию такой специфический. У него очень графичные работы, у него всегда очень интересный ракурс. То есть он показывает истории так, как вот до него никто не показывал этого. И, в общем-то, поэтому я очень уважаю этого человека, очень вдохновляюсь его работами. Вот ну, видимо, вот как бы повлияло вот это вот прочтение такой своей истории вот в твоем новом проекте. Как родилась идея создания этого проекта? Ну, это проект, который пока что носит рабочее название «Сад войны». Как родилась идея? Ну, каждый художник хочет что-то все-таки сказать значимое. То есть он хочет сказать людям что-то, заставить их, может быть, о чем-то задуматься, изменить свое поведение. То есть важна идея прежде всего, вот, а не содержание, скажем так. Это проект о войне, ну, в таком иносказательном смысле. То есть это проект и о войне между людьми, между народами. Это проект о войне человека с природой в том смысле, что человек постоянно пытается как-то отвоевать у природы территории, что-то вот воспрепятствовать, скажем так, естественному течению даже жизни. То есть там люди стараются омолодиться, что-то там, да, быть вечно молодыми, жить вечно. Вот, о борьбе человека с самим собой тоже. Вот. Меня вдохновило высказывание китайского философа на именно то, как будет выглядеть этот проект, на его содержание. Китайский философ Лао Цзы сказал: «Человек при своем рождении нежен и слаб, а при наступлении смерти тверд и крепок. Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а при гибели – сухие и гнилые. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а нежное и слабое – это то, что начинает жить. Поэтому могущественное войско не побеждает, и крепкое дерево гибнет. Сильное и могущественное не имеет того преимущества, какое имеют нежные и слабые». То есть, другими словами, это проект о том, что каким бы человек ни обладал могущественным оружием, которое создано самим человеком, все щиты, мечи, все победители, все побежденные в любом случае превратятся в тлен. Природа же сильнее этого всего. И даже вот сейчас осень, природа, казалось бы, увядает, казалось бы, это смерть, но на самом деле весной все это возродится с новой силой. И не будет оружия сильнее, чем природа. Вот. И... Какая мудрая, умная девушка. Но как вот приятно вот, разговаривать с такими людьми. Понимаешь, как вот все в мире, все хорошо, гармонично. Когда у человека гармония внутри, поэтому вот оно такое вот, вот состояние. Ну, этот проект, то есть очередная попытка сказать о том, что не стоит бороться против природы человеку, да, и не стоит бороться друг с другом, не стоит тратить свою жизнь на то, чтобы воевать, вот, то есть нужно научиться у природы силы жизненные черпать оттуда. Мудрость. Мудрость, да, потому что на самом деле в масштабах Вселенной, скажем так, жизнь наша слишком коротка, чтобы тратить ее на войну. Но это будет фотовыставка, да? Да, это будет фотовыставка. У меня в качестве модели выступают девушки. Ну, как по Лао Цзы, это нежные и слабые, но они выступают у меня такими воинами. Вот. И в качестве амуниции я выдавала им растительное оружие и растительную защиту, скажем так, ну, если так можно выразиться. То есть вместо щитов и мечей у них цветы, у них щиты из
веток каких-то. Растений. Растений, да. То есть этим я хотела сказать, что ну, все-таки нету сильнее защиты, чем природа. Даже если вспомнить историю, там, в войнах природа поворачивала просто ход событий. Битву при Ватерлоо Наполеон проиграл, потому что пошел сильный дождь, нет, там все размокло. Вот. И просто как бы они проиграли, потому что вот силы природы помешали им воевать. То есть человек должен в любом случае помнить каждую минуту о том, что ну, он только гость в этом мире, скажем так. Где пройдет эта выставка? Известна ли дата проведения экспозиции? Эта выставка пройдет в музыкальной гостиной в ноябре. Это будут где-то 20 числа ноября, а конкретно какое-то число можно будет узнать из афиш. То есть, из нашей афиши опять из же. Из вашей афиши. Опять же, мы будем следить и обязательно расскажем нашим зрителям, когда состоится эта выставка, когда будут уже известны точные даты. И обещаем, и очень хотим прийти и увидеть все своими глазами. Да, я вас приглашаю, буду рада вас видеть, и буду рада видеть всех, кто захочет прийти туда. Ну, и вообще фотография такое, тоже же особый род искусства, как ты говоришь, утроченка, все. И мы хотим тоже в дальнейшем сделать такую рубрику, посвятить именно фотографии. Вот тебе как бы просьба, задание придумать новое название. И потому что вот у нас стоит сзади фотография на заднем плане великолепного мастера, витебского фотохудожника, ушедшего Александра Глебова. На этой фотографии изображен не менее талантливый, известный, выдающийся, я бы даже сказала, художник, драматург, режиссер, журналист Михаил Шульман. 9 октября этого года ему бы исполнилось 65 лет. Творческая наша группа в основном состоит из его учеников. И мы посвящаем эту передачу нашему учителю светлой памяти Михаилу Львовичу Шульману. Присоединился наш звукорежиссер Дмитрий Марков, который работал не один проект с Михаилом Львовичем. И кадры, которые сейчас шли на экране из праздничного шоу, посвященного Марку Шагалу «Я жизнь провел в предощущении чуда», это также была совместная работа Димы и Михаила Львовича. Вот каково тебе работалось, что ты вспоминаешь всегда, когда видишь эти кадры или вообще приходят? Ну, это была наша первая совместная работа, и вообще Михаил Львович – это мой учитель, потому что по жизни многие люди номинально считаются нашими учителями, но таковыми не являются. Как бы. А он не называл себя моим учителем, и он просто позволил мне с ним работать, и за то короткое время я убедился, насколько это порядочный, культурно образованный, творческий человек.
я хочу вспомнить сейчас, как группа «Чай вдвоем» была на сцене. Там были придуманы такие интересные рюкзаки у них. Они пели песню Талькова «Летний дождь». И во время исполнения песни они открывали зонтики. И из этих рюкзаков у них струи воды на зонтике лились. Было очень красиво. И на репетиции как бы, ну, понятно, это все было так. Но во время концерта, именно в этот момент, пошел дождь. Настоящий дождь. А крыши еще не было тогда. Летний дождь начался сегодня рано. Летний дождь моей души омоет раны. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Летний дождь шепчет мне легко и просто, что придешь, но будет поздно. Не своевременность, вечная драма. Где есть он и она? Я просто так вот сижу за пультом, оборачиваюсь и говорю: Михаил Иванович, как вы это поставили? Как вы угадали? Это как вот, как вы сделали дождь? Такую постановку? А мне кто-то говорит с другого плеча: вот кто делает погоду в нашем городе. Ну, он делал погоду в нашем городе. Его не хватает, правда? Да. Он был из тех, кто именно не добивался, не достигал чего-то, а именно работал. И вот этому я у него научился. Имея такую творческую династию за плечами и такие связи, какие были у него, он, казалось бы, ну, мог продвинуться гораздо дальше этой студии и гораздо дальше того, чего он сделал. Он не реализовал себя и наполовину, я считаю. Он очень поздно начал заниматься режиссурой, хотя, в первую очередь, кроме того, что это был художник, что это был писатель, поэт, это был замечательный режиссер. И вот сейчас рубрика, которая... Твой дебют? Мой дебют, наверное, да, на телевидении, на радио я работал долго. Это мое такое посвящение Михаилу Львовичу. Я тоже, может быть, поздно начинаю, немножко раньше, чем он, надеюсь, он меня поддержит. Вот. И это рубрика о музыке, о песнях, которые знают все, не только в нашем городе. И начать я хотел бы с песни «Клен», которая ему очень нравилась. Я думаю, что... что-то из этого получится. «Там, где клен шумит над речной волной». Один из самых ярких хитов 70-х – песня, которую наверняка знает каждый, но практически никто не может назвать имен ее авторов. Всем также известно, что песня эта является визитной карточкой ансамбля «Синяя птица». Между тем, как в репертуар этого коллектива она попала через четвертые руки и хитом стала, как и все великое, случайно. История этого шлягера началась с поэта Л. Шишко, которого некоторые источники считают Людмилой, но имя его – Леонтий. Стихотворение «Клен» вышло в поэтическом сборнике этого автора в 1962-м и звучало от лица женщины. На стихи Шишко были написаны песни, но в число хитов они не входили. Может быть, поэтому Леонтий решил сам написать музыку к своим стихам о клёне. Это была совсем другая музыка, не та, которую мы знаем сегодня. И впервые «Клен» прозвучал в исполнении, кого бы вы думали, Людмилы Зыкиной. И зачем опять все случилось так? Гонит осень вдаль журавлей косяк. Четырем ветрам грусть печаль отдам. Не вернется вновь это лето к нам. Протяжный голос самой русской из певиц под аккомпанемент баянов до того занавталинил любовную балладу, что вскоре и сама Людмила Георгиевна отказалась от ее исполнения. В общем, пропал бы клен, если бы в 71-м году стихотворение Шишко не оказалось бы в руках Юрия Акулова, аранжировщика «Виа Калинка». Этот ленинградский ансамбль специализировался на эстрадных стилизациях русского фольклора. Именно Юрий Акулов написал тот вариант музыки, что известен нам сегодня. И «Клен» зазвучал уже не от лица женщины, а как дуэт. Если б только знал, как тебя ждала, стала ждать, а любовь прошла.
хита в песне снова не услыхали. Может быть, потому что обработка народного творчества удавалась Акулову куда лучше, чем аранжировка собственного. Прошло еще несколько лет, и однажды Калинка исполняет свой клен в одном концерте с коллективом, который вылетел из гнезда Гомельской филармонии с названием «Голоса Полесья» и осел в Куйбышеве под красивым именем «Синяя птица». Волна конкурсных успехов еще не приносит всесоюзной известности молодому коллективу, но дает право записать маленькую пластинку. Для дебюта в грамзаписи «Синяя птица» выбирает две песни. Но в студии выясняется, что диск способен вместить 4 трека. Музыканты с удовольствием добавляют только что разученную песню слова, на успех которой возлагают особые надежды, но нужна еще одна. И тут вспоминают тот самый клен, услышанный однажды в исполнении автора Юрия Акулова. Но хита в нем по-прежнему не видят. Прямо в студии придумывают вступительное соло, укорачивают текст, и вокалист Сергей Дроздов успевает сделать всего 2 дубля, так как время записи заканчивается. Пластинка выходит в 1975-м. 3 первых трека пролетают мимо, а случайно затесавшийся клен разрывает души меломанов. Песня звучит во всех ресторанах, на всех танцплощадках. Девчонки украшают ею свои песенники, а парни разучивают на гитарах. В мужских компаниях песня вытесняет каноническую «Шумел-камыш». Ансамбль «Синяя птица» входит в пятерку самых популярных коллективов страны и остается в ней до конца эпохи ВИА. Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Песня «Клен» пережила своих создателей и исполнителей. В 2012-м ушел из жизни Сергей Дроздов, с голосом которого она неизменно ассоциировалась. Новое поколение, конечно, уже не испытывает к ней былого ажиотажа, но это одна из тех немногих песен, которые не только помнят взрослые, но и знают молодые. Ни Людмила Зыкина, ни Юрий Акулов, ни Леонтий Шишко, ни Сергей Дроздов об этом не загадывали, но в каждом сборнике хитов 70-х, в каждом караоке-баре песня «Клен» присутствует неизменно. Ни к чему теперь за тобой ходить, ни к чему теперь мне цветы дарить. Ты любви моей не смогла сберечь, поросло травой вместо наших встреч. Поросло травой, поросло травой, поросло травой. Ну, ты знаешь, мне очень понравилась история. Во-первых, я первый раз услышала, что эту песню исполняла впервые Людмила Зыкина. То есть для меня это уже открытие, как бы, в этой аранжировке. А для меня открытие, Дима, как автор этой рубрики, такие глубокие знания. Я уже жду следующей истории. Кстати, а что это будет? Да, конечно, история? Следующая история будет. И она будет о расставании. Как печально. Песня «Сиреневый туман». К сожалению, нам приходится расставаться, но ненадолго. До следующей недели.